Привет, народ! И сегодня мы с вами прибыли в деревню Хаблогов. Почему? Я подумал, что отправиться в галактику слишком просто. Давайте поедем в Хаблог. Я уберу оружие, не хочу, чтобы они подумали, что я их убивать пришел. Вот какие-то Хаблоги. Я понимаю, это местные кочевники, местное, может, население, потому что их дома не похожи на, ну, дома других местных обитателей рейдеров, очистившиеся, черт возьми. Не, ну в таком скафандре ты, конечно, очистившийся будешь. Прошу прощения, добрый человек. Тебе хорошо живется? Ты испытываешь счастье? Блин, честно говоря, его вопросы меня напрягают. Это похоже на визит свидетелей Иеговы, который у меня происходил дважды, по-моему. Нет, жизнь тяжела. Конечно, нет, мне постоянно угрожают радиоактивные чудовища. Да, жизнь не легкая штука. Я могу тебе помочь. Я могу открыть тебе путь к истинному счастью. Что ж, ты наркотиками продать хочешь? Черт возьми, я с таким не балуюсь. Ведь прозрению лежит там, где я не прочу, она избавит тебя от мерзких тягот. Поможет обрести истинное счастье. Она позволит тебе раскрыть истинный потенциал своего разума. Черт возьми, он явно про траву говорит. А ну, она трава. Логично? Логично. Сарказм. А, утром проснусь уже с одной почкой. Зачем мне твоя почка? Нейродин накапливаются в печени, прямой кишке и поз... Черт возьми. Но их нельзя вырезать ножом, только уничтожить выравниванием. Когда ты осознаешь свою готовность, приходи. Ладно, хорошо. Ну, я как бы я готов, чего нет? Давай, я готов. Снова ты прошел, прошел не очень хорошо. Блин, давайте попробуем так. Почему ты зовешь себя очистившимся? Меня могли очистить от нейродинов. Мне помогли очиститься. Я нарекся очистившимся. Но ты сначала ответь на мой вопрос. Ты испытываешь счастье? Ну, давайте скажем, неплохо. Ну, не сказать, что плохо. Да, это не настоящее счастье. Я могу ответить тебе путь к истинному счастью. Путь к прозрению же через хабологию. Она избавит тебя от мирских тягот, поможет обрести истинное счастье, которого ты так жаждешь. Поможет сбросить вес, улучшить потенцию. И разбогатеть. Ну, как говорят в рекламах дурацких. Она позволит тебе раскрыть истинный потенциал. А, ты ненормальный. Звучит неплохо. Давай будем такие, типа, хорошо, я рад. Звучит неплохо, покажи мне путь к истинному счастью. Если ты правда хочешь обрести счастье, ступай за мной. Ну, давай. Я представляю тебя, боже ты мой, читать не могу по утрам. Вернее, сейчас 2 часа дня, но для меня это как будто утро. Путь звездам, крыть с дарой, следовать за честью. Меня немножко напрягло, конечно. Задание-то такое, знаете, напряжное. Крышка в стоге сена. Давайте я вот изображение крышечек поставлю все-таки. Может, мало ли найдем. Хабология помогла мне обрести внутренний покой, расширить сознание. Она и тебе поможет. Ну, блин, они все так говорят, честно говоря. Меня немножко... Как раз это меня и пугает. Фил проводит выравнивание, которое очищает тело от загрязняющих его нейродинов. Как поговоришь с Дарой... Может быть, это типа Дора, Даша путешественница? Пройдет не все, кто похож. Похож, видимо, на человека, хотя бы отдаленно. Ну, а где у вас здесь ваша штаб-квартира, собственно? Сейчас нас шестеро, но я пытаюсь найти новых идиотов. Ладно, идем. Черт возьми, мне немножко. Я пробовал говорить с рейдерами из ядер мира, но их не перестили потенциала, благо хабология. Хабалоджи. Ну, я знаю, нам, видимо, туда надо, видите, тут шатер так на радаре. Дар говорит, что для перехода в следующей фазе плана нам нужно больше людей. Ну, я догадался. Что же, поговорим? Лагерь хабологов. Колесо совершило обороты, это снова здесь. Постой, я тут первый раз. Как правило, новопосвященный приходит по выравниванию Фила. Но я сказал очистимся, что если ему встретится наемник, пусть ведет его ко мне. Я хочу предложить тебе работу. Черт возьми, у меня есть такое ощущение, что мне сейчас нормально что-то предложат, так учокнуть сектант. Что такое хабология вообще? Можешь сказать мне поподробнее про эту вашу хабологию? В годы до Великой войны талантливый писатель Дик Хаббл открыл метод, позволяющий расширить границы сознания. Эзотерика? При помощи процедуры выравнивания он сумел раскрыть в своих последователях незаурядные умственные способности. Я его прямой потомок и хранитель всех его секретов, собирательно именуемых хабологией. Если ты правда хочешь вступить в наши ряды, обратись к Филу и попроси провести выравнивание. С нами ты обретешь внутренний покой и счастье. Мы поможем тебе раскрыть ошеломительную силу разума. Я хочу попробовать за деньги. А я могу поработать за деньги, вы чё ты? Ну, давай я могу поработать за деньги. Я против поработать, если гонорар хороший. Славно. Нам нужны скафандры. Похоже на то, что на мне. За 5 костюмов я заплачу тебе 200 крышек.
Еще выгодно. Мне сказали, что они в Езермире, в есть в зоне галактики. Ууу, нам как раз в зону галактика. Мы теряли двух подвижников, пытаясь их достать. Надеюсь, тебе повезет больше. Нужно больше денег. Для какой работенки гонорар маловат. Ладно, даю тебе 250. Еще больше денег. Мам. С тобой трудно договориться, ладно. 300 крышек, блин, у нее такой убитый вид, а на трапа похож. Да еще, давай. Я думаю, ты можешь себе позволить потратить чуть больше. Хорошо, но 350 мое последнее предложение, тебе единственное. Я чувствую, как это ее хабология как бы отступила на задний план. Space suits. Блин, я хотел поговорить про скафандры, но... В итоге, видите, отдавил на деньги и... Вообще такой большой мир, видите, туманчик вдали. Вообще прикольно, кстати, все оптимизировано, без просадок на этот раз, потому что раньше прям даже на моем Uber-компьютере все это просаживалось довольно, ну, существенно. Да, к сожалению, огромному. Ладно, давайте, нам нужно сюда, идем, собственно говоря, сюда. Я думаю, что тут нет боковой двери. Что, пойдемте, пойдемте, мужики. Что же, мы входим в мир галактики, как он называется? Да, в галактику. Обнаружено. Посмотрим, здесь везде будет балаган с конями или не везде. Ну, как бы, в прошлый раз был балаган с гулями. С кем балаган будет? Черт возьми, постойте, тут... Это они мертвы? Звездный диспетчер. Осмотреть место сражения. Нет, здесь явно тоже кто-то есть. Может, рейдеры, может, еще какая-то срань, но... Недалеко от входа галактики произошло сражение между торговцами и какими-то роботами. Ну, тут, наверное, роботы будут теперь. Все понятно. Так, дневник Тианы, крышка, патрончики, смоляника. Насчет того, почему я не собираю вообще весь лут подряд, потому что меня об этом спросили. Почему этого не происходит? На самом деле, потому что, ну, каждой прокачки это очень важно и очень-очень хорошо собирать весь лут и качаться. Но мне больше интересен сюжет. Так-то я понимаю, что да, было бы неплохо собирать тонну лута и потом строить, не знаю, там, свое поселение, себя качать. Как-то это не совсем мое. Я, честно говоря, Fallout люблю не за прокачку, и третий вот любил за... Отсутствие! Так, тело рабопони люди? Что? Что это за рабопони, блин? Меня немножко это... Ладно, возьму. Ну, мало ли, знаете, никогда не знаю, что записи этих военной стали. Возьму стали немножко. Нужно будет расстрелять пару патронов, чтобы облегчить свой вес. Чувствую, мне потом это все боком выйдет, ребята. У, еще тут люди, крышка, патрончики. Бельчи, сухарики, камера. Ну, у меня есть части, которые отлетели от меня, потому что я не пошел пока к верстаку, но чувствую, как у меня кончится мой аккумулятор, и я обязательно это сделаю. Блин, хватит бегать, Гейш, поговори со мной. Обмен, мне нужно скинуть тебе то, что у меня сломалось, слишком тяжелый груз. Ну, блин, а голову-то снести ты сможешь? Тоже тяжелый. Цилиндр Освальда? Это ты сможешь нести? А нет, постой, цилиндр. Вообще, давайте я его одену, а? Потому что он превышение скорости перемещения 10%, это не хухры-мухры. А очки мне нужны, ну, просто мне нравится их носить. Все такое, ну, симпатичное, если честно. Но если шапкой-то можно комбинировать? Цилиндр, да, блин, слава богу. А то была какая-то игра недавно, где нельзя было это делать, и это был бы абсолютный бред. То есть, понимаете, ты не мог комбинировать там, например, очки и шляпу. Почему? Потому что это оба предмета на голову одеваются. Не помню, какая игра, ребят, но это бред полнейший. Нет, фотонный лазер. Отгружаем. Отлично, все, готово. Пошли. Чух-чух-чух, потопали. Чисто? Что-то возьми. Лазерная турель. Давайте. Я вынесу ее раньше, чем она меня. Я, кстати, сейчас каждое утро где-то по часу тренируюсь в Battlefield 1. Хочу набрать 15 уровень, потому что за него будут давать награду. А именно, сталь нужна. А именно, за него дают следующую награду, это медальку. И кто-то, наверное, сейчас скажет, блин, Евген, за медальки, что каждое утро играть в батлу. Ну, мне это, во-первых, нравится, во-вторых, медалька стимулирует. Я 15 левел наберу и буду ждать уже финальной игры. Не хочу просто, так, скажем так, холостую играть. Хочется играть для левела, для того, чтобы прокачиваться. В четвертый батл я примерно так же играл. То есть каждый день пару часиков или через день, знаете, с утра, когда еще записывать не хочется. Хочется как бы... Я возьму на всякий случай, мало ли где пригодится.
как бы, чтобы разогреться. Очень полезная штука. Ну и как бы все лучше и лучше. Если у меня КД до этого, тех... Ну, я объясню, что такое КД для тех, кто не знает. Это КД — это соотношение убийств смертей. Если оно у меня до этого уходило в ну, не в минус, а так ниже единицы было, то есть я больше умирал, чем убивал. Сегодня у меня КД исключительно был плюсовой. То есть я всегда в плюсе выходил, там 1.60, даже 2.60 было. То есть, ну, я доволен собой, ребят. Подвигаемся. Нет, посмотрим, куда нам. Прочитай дневник тебя. А, постой, дальше. Дневник тебя не прочел. Спасибо за напоминалку, игра. Помощь, помощь. Разная. Вот. Буква Д. Дневник тебя. Ну, пожалуйста, сеть. Так, прочтем. А, папа сказал, что завтра мы опять пойдем в галактику разыскать звездный диспетчер. У меня, если честно, это еще смешное чувство. Что это поразительно. Столько старых агрегатов. Вот бы остаться, как-то все изучить, но папины ребята просто раздирают их на части. Блин, вот, честно, жалко, что русской озвучки нет. Вот как бы я хотел. Любители сейчас занялись бы, это через лет 5 выйдет озвучка. А есть профессионалы бы озвучивали. Легко, Сап, я понимаю, что на открытой местности. И самое лучшее разыскать, найти спрятанные изображения. Нам бы скафандр еще добыть, ну ладно. Да блин. Местный прицел. Там батлу напоминает по прицелу. Надо было сделать нормальный прицел, типа коллиматора или со стеклом. Таким ядер туловище. Эй, давай же спустись. Новые модификации. Блин, я хотел все брать, но частенько здесь лагает мюшечка. Мюшка обирания. Что ж, давайте... Я даже не знаю, куда пойти. Давайте вперед пока. Отлично. Так, сталь. Сталь нам пригодится. И нормально, все, пойдем. Пока что все идет отлично. Как же хорошо, когда у тебя есть оружие. Дерись с ними сам, Гейдж, мне насрать. Если что, я тебя прикрою. Блин, оно лежит. Оно лежит, ребята. Пропусти. Нам туда. Пойдем вначале на доп задание, которое как бы и не доп. Но самое основное для скайбайти — захват территории. Знаете, без прицела лучше. Вот, без прицела как бы сразу дело даже пошло. Нифига, вас подвалило много. Блин, дай-ка. Да, черт возьми, меня раски... Я уже забыл, насколько эти лазеры мощные. Как бы, вроде, они убиваются вроде и легко. Но, блин, лазеры их, это просто жесть. Они разносят тебя в щи. Сами видели, ребят, сами все видели. Слабо сохраняюсь часто, это как бы... Как бы правило любой РПГ, сохраняйся каждые 5 секунд, иначе ты умрешь. Спасибо тем, кто напоминает мне во время стрима, что, типа, Евген, сохранись, иначе опять сдохнешь, и нам терпеть, как ты перепроходишь. Ни хрена не вижу через этот прицел. Вот так вот, все нормально. Не люблю мушку на оружие. Ну, бывает очень удобная мушка. Но вот в том же батле на винтовке, самой последней, которая врачебная, да, из доступных, довольно хорошая мушка, на самом деле. Довольно хорошая. Здесь это ужасно, может, потому что ты ни хрена не видишь. И стоишь практически, блин, он 10-50 сносит. И ты стоишь практически вслепую, такой, куда? И обязательно надо качнуть, чтобы мушка была, ребят. Без этого дело не пойдет. Так, психо, смолянка. Ремонтный набор, очищенная водичка. Все, нам отличить. Полит уже куда-нибудь. Тебя сзади, что ли, прессуют? Сорян, Кейдж. Что я такой вот засранец и не помогаю тебе? Убил их? Ты их убил, Гейдж? Молодец, Гейдж. Хвалю, Гейдж. Мне его имя просто очень нравится. Направит Николас Кейдж. Вообще, Николас Кейдж у нас мастер по съемке фильмов категории Б. То есть, категория, ну, таких дерьмо-боевиков, скажем так. Боевики второго класса. Я думаю, мы все это знаем. Гейдж, по сути, в своей молодости, да и сейчас снимается в основном только в Б-класс фильмах. То есть в фильмах, которые, ну... Скажем так.
Не очень. Ну, видимо, не знаю, его, может, на роль какие-то более крутые не берут. Я искренне не понимаю, почему. На самом деле. Мне кажется, он отличный актер и мог бы сниматься в намного более качественном кинце. Не то, что он прям 10 из 10, но он хороший актер. По крайней мере, у меня к нему претензии нет. Он не потрясающий, играет тогда немножко, ну, мягко говоря, вяло. Но смотреть его можно. То есть, у него интересная внешность, приятная. И... как бы я считаю, что он достоин намного большего, чем как бы того, что мы видим. Фильм «Боевики класса Б», он в каком-то хорре снимался, где сына спасал, там графика была, ну, такая в этом хорре. То есть, это выглядело дико дешево. Ну, как дешево, то есть, было ощущение, что, конечно, это не последний фильм на земле, скажем так, но качество, мягко говоря, все-таки хворало. Что ж, пройдем здесь. Хм. Терминал Вольтек. По мне, вся эта задумка с убежищем какая-то тупая. Ну да, суть у меня под землей, где я не смогу ничего контролировать. Что может пойти не так? Не, ну некоторые убежища ведь выживали, например, в третьем Fallout'е, в принципе, нормально. Поведению продаж, что-то я чувствую, это такое. Не самый полезный терминал. Так, а мы вообще знаем, куда идти здесь? Ну, это так, я из интереса спросил. Это риторический вопрос. Конечно, я все знаю, ребят. Нет ничего хуже, чем сказать, я не знаю, что делать. Понимаете, в этот момент ты теряешь все, ты теряешь доверие к себе. Ты уже никто, когда ты говоришь, я не знаю. Должен знать все. Возьми гребаный штурматрон! Нифига себе, меня тут конкретно разнесли. Так, я где только? А где? А это, видимо, в соседней, ребят, в соседней комнате. Так, очень сложно. Мне очень нравится то, что здесь все замки такие сложные. Это вся хороший знак. Говорит о том, что мы идем в куда-то важное место, ребята. Ключ от лаборатории, выстиранное зеленое платье. Еще же оно вдруг выстирает. Ключ сотрудника. Смотри-ка, терминал операционного отдела. Интересно. Этим мне, кстати, нравится. Фалач постоянно что-то. Последний записал. Ну все, с меня хватит, женщина. Спятила и с воплем выбежала с выставки. Ну, я думаю, это как бы еще с тех времен. Глобус, зубная паста. Ничего полезного, давайте сюда ворвемся. Очень сложный ржавый замок. Мне интересно, как эти замки еще держатся, понимаете, сколько лет прошло. Отвертка и шпилька. Мне кажется, что это самый эффективный способ открыть замок в квартиру моих родителей, потому что он ужасно там ржавый. Ну не то, что ржавый, он ужасно уже открывается. И... ну, первое, что я сделал, когда переехал. Если бы я туда переехал, сменил бы замок, потому что. Так, немножечко так. Yes. И знаете, тот момент, как в средневековом Скайриме замки работают так же, как и, ну, в современном, скажем так, Скайриме. Терминал к себе имеет 02. Что это за терминал такой? Наблюдение. Я уже почти неделю на синем уровне, если честно, мне снова скучно. Я что-то кучу записи раньше уровня, посмотрю, что это выйдет. Ну, пока неизвестно, что это на самом деле за уровни, как бы, что это такое. Мы должны победить. Управление использовать. Не, ну это просто какие-то записи. Они мало что мне дают, честно говоря. Если звездное ядро. Еще звездное ядро. Уж не знаю, может пригодится где, поэтому я их забираю. Откуда вот я знаю, что мне пригодится, а что нет. Давайте сюда еще откроем проход. Постой-ка, ты дружелюбный? А что с тобой? Мистер помощник-привратник. А чё он не разговаривает? Блин, а чего он... что с ним не так? Лунная мартышка. Дженглс. Что с ним не так? Может убить его? Просто он реально очень стрёмно стоял. И до сих пор стоит. И свой просторный личный, в котором есть все удобства. Блин, этот робот вроде... не пытается меня убить, это прогресс. Черт возьми, пытается.
Он мне надоел собирать сталь, буду брать просто патроны. Блин, что такое? Блин, тут радиация на десятке. Понятно, что они ее впрыскивают. Блин, где? Черт возьми, меня просто разнесли со всех сторон. И кто-то петуши там, слышите? Ко-ко-ко-ко. Я чувствую, это было, это на меня. Это на меня. Ладно, я спаунился здесь, так что ну пойдем по такому маршруту. Представь себе будущее среди звезд. Представь себе Вольтек. Кстати, очень много лора есть связанного с Вольтеком. То есть, как бы, может оказаться, что война была выгодна-то Вольтеку. Вас ждет увлекательное приключение. Представьте себе сотни колоний, рассеянных по галактике. Сотни вскрытых замков в Fallout. Странно то, что как бы и в Skyrim и Fallout одинаковая система. Понятно, что одна компания делает, я имею в виду, в рамках их вселенной. И есть много, кстати, отсылок к тому, что на самом-то деле все это связано. Вселенная Fallout и вот это. И это, на самом деле, это интересно очень. То есть, какова реальная связь? Ну, карабины не будут, смотрите, у меня нормальные. Карабины и оружие. Ладно, пойдем по маршруту, который задуман. Может быть, так проще будет даже. Ну, блин, тут радиация, конечно. Технологии научной базы. Блин! Кто меня... Как? Я ничего даже сделать не успел. Там два выстрела, и меня разнесло просто. Я вообще не понимаю, как? Убойная штука. Я думаю, это может быть радиация. Я просто не слежу за здоровьем, как бы я пытаюсь считать сабы, и происходит какая-то фигня. Это очень странно просто. Ладно, сейчас сохранимся прямо перед всем этим. Я чувствую, тут может быть дело в том, что и по мне и стреляют одновременно, как бы, и при этом... по мне стреляют, и при этом, как бы, и радиация, и все вместе вызывает у меня смерть. Что возьми, что-то прям хардкор-хардкор. Я должен сказать, действительно хардкорный DLC, в сравнении с тем, что вот до этого было. Это прям реально заставляет немножко вспотеть. Подумать, как бы. Ну, ты дело в радиации. Хотя что-то вы... Он все действует медленно, а? Все не говорим, что для того, что справиться. Я чувствую, он сейчас завалится. Лазеры у них все-таки, конечно, такие. Будем осторожны. Осторожно. Так и потом, как тут СМИ, другая цель? Давай, АД. Блин, что-то менять не хочешь. Ну. Можно я сменю все-таки цель в данном случае? Отлично. Так, где я могу нанести больше? На самом деле голова это не самое такое место. Так. Не, меня ты не раскидаешь. Блин, эти лазеры на стенах сильнее даже роботов. То ли у меня настолько сильно все износилось, что я уже настолько никчемен и негоден. Все, тут больше надеюсь ничего нет. Блин, можно выключить эту? Все вроде успокоилось. Ресурсы, чтобы встретиться с любым испытанием. Не, ну конечно, если ее грамотно снарядить, конечно, все это будет. Это прикольно. Я вот жду экспедицию Марс 1. Если что, это в реальном мире, не в игре. Реальная экспедиция Марс 1, которая планируется на 2020, насколько я помню. Мне это действительно интересно, по крайней мере, по той причине, что, ну, понимаете, исследование космоса. Кто-то, конечно, скажет, что мы мировой океан исследовали процентов на 6, но... Чего нет? Почему бы не начать исследовать космос, если есть такие возможности? Потому что океан исследовать... Ну, блин, стремновато. Кювета с морковью. Давайте возьмем, мутафрукты, морковь. Видимо, тут кто-то что-то растил. Но вообще-то похоже, что здесь чисто роботы. Я не вижу здесь... Еще бы то ни было другого. Так, осматриваемся, ребят.
Действуем сразу. Пока они еще ничего не поняли. Сейчас вылезут всякие штуки и будут меня расстреливать, да? Я правильно понимаю? Нет. Потому что я их уже разнес. Заряд плазмы, отлично. Открываем сложный замок с первого раза. Я очень жду переиздания Skyrim. Будет повод сыграть, потому что я как бы искал его, и мне очень хочется вернуться в мир Skyrim. Я, как и все ребят, как и все вы, ну, я надеюсь, что все вы тоже в нем зависали. Я буду мейнстримом. Я тоже в нем зависал довольно долго, ребята. И с огромной радостью. Все. Забираем ядро. Может быть, та вся эта система успокоится, если у нее проект руководитель руководства потребления. Эксперименты. Что-то без понятия, как все работает, так что давайте забьем. И да, спасибо за подсказку, что тут есть система, которую можно использовать для подчинения роботов себе на терминалах, но... Ну, СПС лучше. Еще когда игра только вышла, меня подкалывали тем, что показывали, где... Черт возьми. Забавно в стенку. Тем, что заводили в эту... Ну, как бы просили команду вести, которая тебя отправит в комнату с бесконечными ресурсами, из которой... Если у тебя случался баг, выйти нельзя. То есть нельзя телепортироваться обратно. Как в нормальный мир. Это было больно. Частенько из-за этого они убьют стрим, потому что дегенератка ему зайдут и начинается фигня твориться. Ну, в любом случае, в стриме это весело. Откуда? Я думал, что у них есть шанс, а потом шансов не осталось, потому что все умерли страшней смертью, потому что все двери были замурованы. Что-то, а где еще? Мы, по сути, мы что, круг прошли? То есть мы все уже? По идее, мы ищем с вами костюмы. Я частенько забываю об этом, поэтому я напоминаю вам о себе. Мы ищем сейчас костюмы. Найдем мы их? Найдем ли мы их? Не факт, на самом деле. Не факт. Может, не найти вообще. Мутафрукты, ментанку. Ментанку что-то не хочу. Очищенная водичка, самое оно. Стимуляторов. Просто тонны. Без земли жить можно. Добро пожаловать в колонию Арктур. Компания Вольтек. Добро пожаловать домой. Черт возьми, это скорее похоже на... Я бы не сказал, что это колония Арктур. Это похоже на... Арктур Прайм 2291 год. Ну, кстати, возможно, сейчас и тот год и есть. Так, а вокруг будет пустынный мир. Вольтеки жили... Вольтеки не жили, а работали прям пророки. Стреляем в корпус. То место, где ты уязвим. Вроде все. Вроде все. Да, дверка. Всякие ходы для персонала. Самое забавное, как их видно на аттракционах. Просто мы с Лизой были в Лондоне на одном из аттракционов. И там было местами видно всякие... Такие, знаете, двери для персонала это. Мне кажется, такое упущение, понимаешь? Портит атмосферу немного. Потому что как бы ты понимаешь, куда они уходят и откуда приходят. Как бы хочется, чтобы все это было тайны. Мне кажется, сейчас как-то вот на всех этих аттракционах все меньше и меньше внимания уделяют деталям. И все больше... Не знаю, ничему не взять. Обгоревший рекламный журнал, вакуумная лампа. Ничего интересного. Просто мы называем это ядерное ядро. Так вопрос, то нафига мне? Зовите вместе с нами в будущее, где человечество решило отправиться к звездам на поиски новых приключений. Что-то я сейчас просто возьму и выйду, блин. Через проход, через другую дверь. Как это обычно бывает. Кстати, гомопушку уже растратим до конца. А что здесь находится? Это выход, что ли? Это ядермир, да? Это, как я понимаю, это выход будет. По-моему, это вообще в другую сторону. Давайте попробуем приехать куда-нибудь. Мне интересно, куда это все отведет. То есть тут два выхода. Вообще, может быть, там через крышу стоит выйти. Посмотрим вообще, правильно мы идем или нет. Потому что здесь указателей вообще никаких. То есть мы сейчас просто сделали круг, ну, ради ресурсов. Ради ресурсов, ребята.
По сути, в игре любое движение не зря. То есть даже если ты просто шаришься по локации, ты находишь ресурсы, находишь важные вещи. И я не вижу в этом ничего такого. Я знаю, есть люди, которые такие, типа, не хотят тратить ни на что время, такие, типа, нет, надо сразу идти к цели. Ну, блин, это неинтересно. Интерес в том, чтобы изучать мир. Естественно, в пределах разумного. Я не поддерживаю, когда слишком долго изучают. В общем, меры, ребят. Так, хорошо, будем искать сейчас двери нужную. Добыть скафандр, может, нет, постойте, надо назад вернуться. То есть скафандры все-таки были там. Но я их упустил. Я понял, хорошо, будем искать. Что-то это самый противный робот в игре. Дарим геймерсом по унынию. Черт тебя. Дарим по тебе. Чтобы не унывал. Чё, бежим. Да. Чтобы получить еще информацию, выпусти по нему ракету. Сражаться? Я сражаюсь! Получи. Фу. Тут с этой тварью только ракетами, ничем другим. Я вынес, а я спускаюсь в то место, где... Помните, меня убили первый раз? Я не знаю, может, я тут что-то упустил. Космический автолазер. Это, как я понимаю, улучшение. Алюминий, новая модификация. Да, определенно хочу прокачаться. Так, возьмем что-нибудь годное. Вообще, у нас есть гранаты какие? Я понимаю, что у нас по весу проблемки, но... Ладно, креамину возьму. Будет у нас в виде гранаты. Так, хорошо. Ну, как в слоте для гранат. Возьмем тебя. Перезарядим тебя. Все, годняк. Хорошо. Я жду следующего выстрела. Я жду, когда в следующий раз мне заедут. Так, берем баночки алюминиевые. Пригодится. Кто там еще? Да, готов. Все, ребят, разобрались, комнату зачистили. Смотри в мои глаза, тварь, когда расстреливаю тебя. У нас едет так батареи навалом. Все, теперь сможем использовать другую штуку, которая использует ядерные батареи. Ну, которая тоже, типа, такими вот лучами стреляет, как и у них. Красненькими. Я не знаю, кстати, где скафандры здесь брать. Вообще без понятия, потому что вроде мы все обошли. Здесь даже метки нигде нет. То есть я спустился сюда, и тут даже намеков нет на то, что скафандр может лежать где-то, скажем так, поблизости. Поэтому у меня есть некое желание... Постой. А, привет. Не понимаю, как они могут быть такими мощными, вот эти штуки. Я просто отказываюсь это понимать. Нет, я явно не здесь находят они с крышками. Это все явно не здесь. Это где-то есть, но явно не здесь. Если мы говорим про тайники с скафандрой. А, простите, вот. Мы тут, по-моему, не были. Хотя это просто другой вход в то место, где мы уже с вами. Блин, успешно побывали. Помните, мы тут уже были. Но здесь, блин, нет ничего. Атриум. Мы тут все зачищали. Здесь с вами еще походим. Но, блин, здесь нет ничего. Просто вот тут просто ничего нет. Постойте, блин, че я туплю? Вот на них скафандры, блин, их надо брать. Я не знаю, почему я до этого тупил. Наверное, просто я думал, что скафандры должны лежать, ну, знаете, прям в отдельной коробке, как вся одежда, или типа того, или... Тут как-то иначе, но, блин, тут все просто, оказывается. Ходи, подбирай... Чуваков скафандра вот здесь, видите, вот на этой на этой выставке и подбираю их. Все, мы собрали все скафандры, отправляемся к Даре путешественнице. Или к Даре Хламидии, будем ее так звать, Даша Хламидия. И отправляемся к ней, ребят, сдавайте ей скафандры. Конечно, я мог потом их сдать, но, блин, это же вес. Как бы, понимаете, я несу их на себе, они что-то весят, они, наверное, тяжелые. Я, правда, не знаю, чем старые декоративные, потому что я уверен, что это не настоящие скафандры. Чем декоративные скафандры могут помочь? Или это Даша относится к людям, которые, ну, типа, шапочки из фольги носят, потому что это полезно для здоровья, чтобы тебя пришельцы не схапали.
Наверное, я слабо понимаю. Ну ладно. Шапочки. С фольги, так шапочки, с фольги. Видите, я ядер космопорт, и отсюда сможем продвигаться уже. Дальше у нас же открытая точка. Открыт. Ну, значит, перемещаемся. Что, пойдем наверх? О! Бог ты мой, зачем ты следишь-то, интересно? Тут нет ничего, я вижу корабль отсюда. Он прямо на этой чертовой свалке. Так близко, так заманчиво. Но не будем об этом. Скафандр у тебя? Блин, корабль, свалка, ты о чем? Что насчет космического корабля на свалке? Это та причина, по которой мне понадобились скафандры. Без них у вас не будет шанса захватить корабль. А зачем вам скафандры? Ну давай на об этом. Тебе удалось добыть скафандры или нет? Походу, я работаю на каких-то безумцев. Все пять. Все пять. Забирай. Отлично, держи свое вознаграждение. Можно перейти к следующей фазе плана, рассчитываю на твою помощь. Но нужно захватить космический корабль на свалке. Я понимаю, что это непростая задача, но в случае успеха ты получишь одно из величайших сокровищ Хабологии. Это ж какое? Это не настоящий, это ваша работа. Это не настоящий космический корабль. Ты же понимаешь, что это не настоящий космический корабль, да? Твой разум подавлен нейродинами. Если бы твой разум был развит как мой, правда, этот корабль стал бы для тебя очевидной. Зачем вообще нужен этот корабль, а не в космос тебя отлететь? В этом предназначение Хабблов. Мы должны подняться на корабле. Мы же ничего не будем тебе сказать. Это тайны знаний, доступные членам Никсея. Да, вперед. Вместе мы сможем захватить корабль. Я знал, что он у тебя положится. Пойдем расскажем остальным. Все сюда. Остановитесь в колесо. Ох ты мой, чертовы безумцы. Они что, наверху будут колесо делать или где? Где? А, тут будет колесо, черт возьми. Я так и знал, что это безумцы, которые охотятся на пришельцев. Ладно, идем. Ребят, давай, скорее, Даша, спускайся. Гейч, ты не обязательно стой там. Я обод, меня поддерживают спицы и струны. Ну, я слушаю. Время пришло. Мы переходим к следующей фазе плана Великого Хаба. Важной фазе. Бог ты. Вам ваш усердный труд принес свои плоды. Теперь мы можем освоить эту свалку и забрать то, что нам нужно. Мозг? Благодаря услугам этого наемника мы раздобыли скафандры, которые защищают нас от роботов-охранников. А, понятно, они же запрограммированы, видимо, пускать станов. Надевайте скафандры и вооружайтесь. Наемник поведет нас в бой. Черт возьми, а у меня скафандр будет? Да, они прилегают очень плотно, но они защитят нас, блин, плотно. Вы выглядите как, блин, просто клоуны какие-то. Ну ладно. Клоуны с пистолетами, ребят. Это уже такое серьезное дело. Пошли. Это, блин, вооруженные клоуны. Поэтому... Тут надо быть осторожным и выбирать слова правильно. Пошли, надеюсь, что... Надеюсь, мы все как бы пойдем в одну сторону, а не ты один. Забыл, как тебя зовут, не в ту. Блин, надо было еще выровнять эти Z-лучи. Короче, пройти процедуру. Интересно, чтобы она мне дала. Я думаю, меня просто на электрическом стуле сжигали медленно. Что это? Это, блин, просто крыса. Я думал, это какой-то огромный зверь, рад крыса. Можно просто рад крысёшь. Ну, просто бред. Мне патрон тратить жалко, мясо. О, раз мясо радиоактивный крыс. Деликатес. Деликатесы подбираем. Деликатес подобран. Пошли дальше. Так, здесь ничего интересного. Я не могу пробить стекло машины. Нет. Это Fallout забота, не GTA. Ну я забыл. Пошли. Блин, что это за кровочерп? Что меня пугают эти. Меня. Пугает сочетание крови и черт. Ядовитый кровочерп. Черт возьми, они могут сами с ними разобраться, потому что я вообще хз, где они. Я честно их не вижу. Я поэтому и не хожу, блин, по этим пустошам, потому что кровочерпи, это, конечно, круто, но... Я лучше мясо их буду есть. Смотри-ка, я убил одного из них. То есть их меня ужалил, что ли? Нет, вроде все нормально. Я подберу лучше медпакеты, которые вроде новые. Легендарный белый скорпион. Черт возьми, один из них лежит. Тебя полечить? Ладно, ты сам справишься. Так, блин, ну без задания правильно. Надо в жало, надо целиться в жало. Сейчас критом в жало. Сейчас он специально еще ужалит. Ужалит еще сильнее. Чтобы проучить.
Черт возьми, как я и сказал. Как я и сказал. Кстати, в лицо у него чувствительно, я не думаю. Я думал, скорпион вжал такое больное место, которое они, скажем так, берегут. Пробивающий макси... нифига себе, батареи и урон 60. Давайте я возьму это. Я это возьму, пусть у меня будет перевес, но это яйцо, мясцо. Где еще? Белый... Черт себя, мин... Я сам, по-моему, на свою мину влез, или... Нет, раз скорпион. Хотя, по-моему, тоже подмерз. Нам нужна помощь. Мясо радиоактивной крысы. Нормально пойдет, срать, что радиация. Здесь еще антирадином закинемся. Все, последний. Сейчас он, блин, передо мной выкопается, я вас уверяю. Давайте посмотрим, может, я оружие какое себе заменю, а то у меня как-то очень много повторяющегося постоянно. Клинок — это отличная вещь, криамина, меч чудес. Клинок штурматрона, я думаю... Не, ну меч чудес явно так пободрее будет. Давайте 50, блин, 50 стоит выхим. Лучше возьмем плазменную гранату, пробивающий 60. Значит, он черпает батарею, у него урон 60, это плазменный. Который у нас выбран, а он на что еще есть, что используется батареей. Еще, по-моему, какое-то оружие было. Не, походу, это единственное. Мне казалось, у нас было больше подобного. Ладно. Соответственно, я заменю тобой вот этот. Отлично. Так, теперь мне пора разгрузиться, ребят. Все как бы все хорошо, но я немножечко загружен. Хлам, вот, хлам, алюминиевая банка. Так, по весу. Сортируем по весу. Вес 3, тело. Ну, я думаю, это можно выкинуть. Это слишком тяжелая штука. Машинка мне нафиг не нужна, керамика. Ну, алюминий. Ну, тяжелый, разводной ключ. Мы и так много стали, кстати, собрали, так что... Эти вещи можно выкинуть. Пошли дальше. Не, ребят, вы, кстати, без меня справились. Я впервые иду с группой, которая нормальная, которая, в принципе, без меня вполне себе самодостаточно была. Кто там стоит? Наемники, что ли? А, это наши уже. Я думал, блин, наемники в скафандрах тоже, еще какие-нибудь безумцы. Великий Хаб на очень очень нами гордился. Я тебя догоню, слишком старый. Не могу так быстро бегать. Ты лучше нас собираешься в военном деле. Как будем действовать? Так, и без вас справлюсь. Очистившийся пойдет со мной. Начну я в атаку. Чего вы ждете? Навалимся всем скоп, перебьем их за мной. Правда, мне кажется, это опасно. Но будь по-твоему. В имя великого хаба, в атаку. Ну, пошли вместе, валить. Так веселее. Будете отвлекать на себя внимание. Я тоже буду стрелять. Как бы чего тянуть? Нифига себе, тут мощные твари живут. Просто все непросто. Сектор чистый. Блин, а куда там? Понятно. Вот тут там вражина. Минус враг. Кто тут внизу сидит? Давайте грену бросим и сейчас проверим, есть там кто-то за этим мусором. Никого не было. Грена потрачена зря. Как обычно. Пошли. Сколько можно корячиться? Поехали.
Сталь ничего не весит, отберем. Блин, черт, нифига себе, какие крысы. Это и нужны друзья, чтобы крысы ели их, а не тебя. Блин, два патрона, нет, с таким боезапасом в бой не идут. Возьмем гамма-пушку, пытаемся с ней что-то намутить. Удивлен, что на свалке, мы на свалке, здесь нет радиации. Это, блин, не сталкер, где радиация каждый, прям везде, там, каждый метр на свалке. Нас... Ну, блин, при этом лут там часто ценный лежал. А вначале вообще, если попотеть вначале, сталкера можно очень ценный лут взять. И на самом деле нет ничего лучше, чем играть именно в ванильный сталкер, ребят. Я думаю, многие с вами согласятся. Нет реально ничего лучше. Ванильный сталкер. Forever. Ой, черт возьми. У нас вообще куча этих мини-зарядов. Давайте вдарим. Вот так-то. Вот про такой прицел я и говорил. Такой прицел должен быть у меня на каждом оружии. Да, все будет просто идеально. Блин, ты я вот как раз сказал, что радиации нет, и... Она тут же появляется. Ладно, что у нас здесь? Стимуляторы. Надо покряхтеть, ребят, говорят, что когда ты кряхтишь. Прям как будто в Call of Duty играешь, такой прицел коллиматорный. 30 патронов в магазине, как будто мне М4 выдали. Так, ну вот на все оружие такие прицелы. Интересно, в Battlefield 1 будет что-то подобное в плане прицеливания? Или чем мы там целиться будем? Что этим оружием бить нельзя? А, можно. Всего лишь маленький светлячок! Всего лишь, блин, насекомые, убейте их и все. Роботов мы уже пере... Как бы самое сложное, позади роботы уже мертвы. Осталось победить лишь какую-то легкую жидкость. Очень... Черт возьми, они лезут из ниоткуда. Чай по щам. Я как будто в джунглях попал, музыка еще соответствующая. Черт, мы не в джунглях, мы у них в логове, ребят, если что. Если кто еще не понял. Законопослушным гражданам. А как вы определите мою законопослушность? Я убил всего лишь 10 тысяч человек, не больше. Ну, прям уже светло даже стало. А. Не, как я понимаю, мы правильно идем, видите? О, вот он. Аннигиля... Черт тебя, гребаный! Так, так, ребята. Где мой толстяк? Шутить со мной вздумал, пидор. Смотри в глаза, мразота. Надеюсь, там никто не умрет. Провалено? Черт, я так и знал. Я так и знал, ребята. F5. Эти не умри, ничего такого. Так, все, ребят, вы готовы? Так, нужно сразу взять здоровяка и сразу пульнуть снарядов 10 туда. Не, ну мы так победим, 100%. Для этого нужен здоровяк. Так, хорошо, где мой здоровяк? Можно еще карабин Гаусса, конечно, использовать. Ну, давайте попробуем его, кстати. Вот, тут снарядов больше. Так, две лампы горят. Две лампы, я думаю, это значит хорошо, что все хорошо, все гуд. Так, где тут попадать, чтобы максимум урон нанести? Черт тебя! Так, теперь нам нужен наркоманский толстячок. Это наши чувачки с экспедиции не перли на него. Вот он. Это победа, ребята. Это огонь. Просто огонь. Причем в прямом смысле. Все, это мы победили, это все ядерный блок, спасибо, спасибо, огромное. Алюминий, катушка тяжелая, возьму просто алюминий. Все, мне больше ничего тут не нужно.
Еще раз спасибо. Все, мы как победили или что? Сначала нужно обратиться к братьям и сестрам. А, ну да, как победа. Это не ваш космический корабль, нет, больше похож на вагон. А, нет, вот он, вот он, вот он. Вспышка. Полезное что-то есть? Ну как сказать, на самом деле нет. Так, подождем, конечно, все подвалят, и мы сможем поболтать. Нет доступа сверх НЛО. Черт возьми. Ну такое реалистично. Подождем, пока все соберутся. Ну, смотрите, мы справились, кстати. Нормально. А, кстати, у нас опыт не поднялся. С таких-то приключений. Добрый, нет, пока. Я опыт. Меня поддерживает спица и ступица. И еще тупость вселенская. И мы не смогли в ней появить не будь рядом с нашего нового друга. Но победа досталась нам большой Цой. Мы скорбим о гибели Тулы. Да прибудет с ней звездный отец. Что-то из гибели Тулы. Но миссия еще не выполнена. Мало захватить корабль. Нужно еще улететь на нем, как я понимаю. Теперь надо поднять его в воздух, чтобы он мог доставить нас к нашему предназначению. Бог ты мой, ребят, это уже стрёмно. Скоро вы получите величайшую награду из всех, что уготовано для Хабблов. Хабблогов. Вот этих вот. А пока что отдыхайте и празднуйте. Вы это заслужили. Так, у меня главный вопрос. Мне поднимать корабль или кто это будет делать? Блистательная победа. Я тобой восхищаюсь. Может, я ваш бог? Можно я буду вашим богом? Жаль, что Тула погибла. Она умерла молодой, не успев реализовать свой потенциал как Хабблога. Я обещал тебе награду. Это оружие, когда ты принадлежал самому великому Хаббу. Обращайся с ним. Бластер чужих? Урон физический. Бластер чужих. У меня, правда, боеприпасов к нему нет. А без них оно не очень полезно. Ну ладно. У меня есть для тебя еще одно поручение. Мне нужно снова запустить этот звездолет, но у нас нет ядерных блоков. У меня есть еще боеприпасы для оружия Хаба. Я дам их тебе, если ты нам поможешь. Нет, мне это не интересно. Давай. Я сразу тебе вам помогу. Я и так выжу как идиот. Буду дважды как идиот. Хорошо. Сейчас можешь включить его, подготовить к полету в космос. Хорошо. Сколько надо? С помощью трех ядерных блоков. Блин, сколько у меня их? У меня их два, ладно. Больше ядерных блоков у меня нет. Извините. Придется идти покупать новые. К продавцам, да, на рынок. Пойдем, поехали. Почему-то он решил с вами поболтать. Ну ладно, давай, пошутим. Ты же только что... Ах, да, может я тебе пристрелить тебя? Нет, я серьезно. Мы уже давно с тобой в одной команде. Ты не боишься брать тоже захочешь, и не дашь никому ставить тебя на пути. Смеешь тебя побольше, чем у многих. Ну вот я и подумал, почему? Зачем тебе все это? Нужна какая-то причина? Наверное, нет. Да, такой просто так, тусую. По-моему, весь этот проклятый мир хочет вас уничтожить. С самого начала все против тебя. Люди слишком тупы, чтобы это понять. Они просто барахтаются, влача жаку существования. Они каждый день борются за жизнь, но один прикосновение теряет длительность. Да, все, тушите свет. Они идиоты. Они идиоты, Кейдж. Я именно об этом, они не понимают, они не могут ничего предугадать. Но часть людей все понимает, видит, что это хреновый мир. И поэтому эти люди решают взять от него все и сейчас. Всю выпивку, все препараты, все крышки, любой ценой. Для того, если они могут забрать все, что у других есть, то им кажется, что они получают преимущество. Но это не так. Чертовы рейдеры. Становятся такими жадными, что начинают совершать дурацкие ошибки и в конце концов умирают. Не удивлюсь, если некоторые из них хотят умереть. Гейдж, у тебя передоз добра в организме, что ли? А, нет, босс, мне их не жаль. Все эти люди либо слишком стараются, либо не стараются вообще. Но мы с тобой, мы другие. Мы умеем драться с добычей, но при этом не даем ситуации выйти из-под контроля. Насчет тебя не знаю, но лично я быстро это понял. Вырос в адском дерьме, родители были хорошие. И были слабовольными слизняками. Много лет отдавали рейдерам все, лишь бы их не трогали. Однажды я видел, как им помогает какой-то урод с пушкой, и вдруг меня осенило. Я таким, как они, не буду, сказал я себе. Поэтому я удрал. Сколько мне лет? 12? Неважно. Я тоже достаточно знал о мире. Это был смелый поступок, Гейдж. Да ни хрена. Я просто хотел выжить. Знал, что иначе стану таким же, как они. Я пару лет бродяжничал, работал где придется, чтобы прокормиться. 12 лет. Был посыльным у одного торговца. Собирал утиль, понял разные поручения для поселения. Но чем бы я ни занимался, одно оставалось неизменным. Копряди и рейдеры все сразу сдавались. Рейдеры забирали то, что им нужно, уходили, и на этом все заканчивалось. Я бы собрал, в какую сторону мне нужно двигаться. И когда вошла очередная банда, я присоединился к ней. За несколько лет заработал авторитет. Ну и вот.
Но теперь у меня есть шанс поработать с тобой, так что, кажется, я не зря все терпел. Пофлиртовать! Поработать? И только-то? Слушай, босс, ну не знаю, то есть не все сразу. Давай пока не будем заострять на это внимание, а то там видно, хорошо. Ладно, пойдем убьем кого-нибудь. Типа, да, ну, воспользовался возможностью. Как понимаете, раз есть кнопка, почему бы не нажать? Установить. Так, установить распределитель энергии в ангар уже, что ли, загнали? Блин, тут неплохо так, знаете, ангарчик, ядерку. Шпилька. Портативный обед. Бесконечный долг. О, смотри, тут целая прям база. Можно и починить наш костюмчик, ребята. А что, мне кажется, идеальная возможность для ремонта. Как вы думаете? По-моему, да? Что же, делаем ставки, полетит, не полетит? Потому что, блин, ядерные блоки-то вставить можно. Значит, может, и резонты есть для этого. Так что, вот хрен его знает так. Замок сломан. Может, его можно ногой сломать? Как бы, ну, пойдем, что ли, доложим. Скажем, типа, все, установить распределитель. Мы сделали это, мы установили. Как я понимаю, по крайней мере. Сейчас узнаем. Полетит, ребят, какие ставки в комментариях? Напишите, полетит она или не полетит. Время прокачать наши стволы, ребята. Такой поставим. Так, штатный магазин. Больше мы еще не научились. Не умеем. Так, стволы мы умеем зато делать. Вес облегченный, короткий ствол. Зато дальность, что ли, уменьшится сильно? Дорогие, нет? Нет. Блин, да, да, да. Не будем томить. Стандартный ресивер. А если легкий? Урон минусуется. Не, урона минусовать я не хочу. Все время, знаете, компромисс. Нет, на одной, а если большой штучок я? Ну так, знаешь, прикольно, конечно. Но приходится обрезать уху. Не хочу. Давайте осмотрим все оружие и все его качаем. Что я понял? Ну, прицел я смог, конечно, поставить, но особо апгрейдов я сделать не могу, потому что у меня не прокачано для этого способности. Надо качать. Потому что там есть реально крутые апгрейды, но, блин, у меня не прокачано в эту сторону. Попробуем активировать протектрона. Может, он нам как-то поможет сменить матрицу. А какие тут есть матрицы? Работник, охрана. Строитель, вот. Отлично. Будет строить управление. Так, снова управление. Активируй, давай. Загрузка. Да-да-да, идти хорошо. Просто видите, нам нужно забраться наверх. Мы это не можем сделать, поэтому я думаю, может, протектрон как-то сможет. В одном из наших кейсов. Может, он построить что-то сможет. Давайте, пока что так-то толк нет. Может, там сюда? А, вот оно. Блин, не вот оно, а вот лестница. Чего же я так тупил-то? Вот все легко. Понимаешь, что катушка. Сталь. Я осознал просто, что в плане как бы ресурсов у меня все норм, но с оружием у меня просто не хватает навыка. Черт, почему ты по мне стреляешь? Что я тебе сделал? Ладно, вот он, наконец, распределительный элемент. Он взят. Мусорщик, второй выпуск. Блин, мне дали достижение. Пресса, хой. Прикол. Ладно. Забавненько, посмотрим, что в сейфе. Медес, только что делать с этим распределителем? Тоже в тарелку опять идти, обходить там кругом? Вставлять? Мне надоело уже вокруг тарелки ходить. Нужно закончить это дело. Так, антир один, давай на деньги, часы возьмем. Еще аниматронный пришелец. Черт возьми, он немножко напряг. Стремные аниматронные пришельцы. Чертовы аниматроники, ребята. Five Nights at Freddy's. И куда теперь? Что теперь делать с ним? Установить его. Понятно. Да, то, что я и думал, ребят. Надо спускаться и... Пожалуйста, не убивайте меня. Все нормально, фух, ладно. Пошли, ребят, снова к тарелке. Да, я знаю, это мучительное, мучительное предприятие. Но... Снова и снова из раза в раз к тарелке. Ладушки, пойдем сюда. Установить. Это все? Ура! Она... Смотри-ка, она горит, она работает. Наверное. Давайте откроем. Зайдем в нее. Зайдем, проверим, как оно. Может, оно реально рабочее. Что-то мне вот слабо, конечно, верить. Управление включить аттракцион. Я думаю, они будут декораты, аттракцион будет включен. И тут, не знаю, на экранах начнут или это... Я знаю, что это. Может, здесь начнут что-то показывать, и они будут такие, ура, мы справились. Телепортируемся опять в амбар. О, боже, эти перемещения.
О, она сама идет, блядь, после бесконечных траев. Огни, это поразительно. Тебе удалось его запустить, да, я знаю. Нужно провести систему. Заходи к нам и включай, блин. Так не надо будет потом объяснять, что, ребят, это, если это то, что вы хотели, то ладно. Готовы, дети? Ну и с хабом получилось! Что-то у меня голова кружится. Ждать. Видение! У меня видение! Продолжаем. Чёрт возьми. Меня сейчас тошнит. Продолжаем. Я хочу, чтобы они ощутили полную меру моих усилий. Что-то не так. Выключи эту штуку. Выключи. Все, все. Подождай один час. Нет, спасибо. Что я сделал? Я не смог ее выключить, серьезно. Это не я, я не специально так. Правда, ребят, я... Я не хотел, я желал всего лучшего этим людям, но... Оно само... Я не знаю, почему у них головы разлетелись-то? Что произошло? Серьезно, я даже не понял. В чем была соль того, что сейчас произошло? То есть они... Ну, они просто взорвались. Зачем я пистолет подобрал, но... То есть они просто взяли и взорвались, ребята. Ну, впрочем, ладно. Их проблема. Я сделал то, что сделал. В итоге что мы усвоили? Поклонение НЛО это вредно для здоровья. Это то, что мы усвоили. Фанат больших пушек. Я хочу прокачать, чтобы оружие как бы развивать. Сколько тут всего нового? Физики ядерщик. Научись расщеплять атом. Урон от радиации, оружие, пушин. Ну, прикольно такое. Запугивание. Который меньше вас помнит, чтобы получить шанс усмирить его. Так что это дает? Так, хорошо, где вот тут оружие качать? Хакер, тут есть наука и... Во-во, вот мастер, фанатик оружия. Модификация стрелка оружия второго уровня. Отлично, мне это подойдет. Теперь смогу наконец-то апгрейдиться. Что же, ребята, а увидимся мы с вами в следующей серии. Надеюсь, вам нравится Fallout. Можете поставить пальчик вверх, можете сделать и пост в контакт и подписаться на канал, если вы новичок. Что же, до следующей серии и... До следующей серии. Пока, ребята.